Адам, где у нас чесалки для овец, не знаешь? Это другая игра, завязывал бы ты уже бухать. В этом году не вариант. Да-да. Кстати, если тебе понадобится что-то для крафта, я там рассортировал все по категориям. Найти все очень легко теперь. Ну ты и задрот. Ну чуть-чуть. Народ, я пошла на охоту. О, Брит, пока ты не ушла. Я упаковал тебе с собой два огурца, чтобы ты не скучала, если захочешь отдохнуть. Сразу два? Так можно, что ли? Ну ты попробуешь. Расскажешь потом. У меня животик что-то, бабу. Походу, я не знаю, где живот, но лоб у тебя горячий. Все ясно, у тебя отравление, все счетчики на это указывают. Видимо, не надо было есть сырым говно бобра. Нет, Роу, ни один дурак не будет есть сырым говно бобра. Да. Так, вот я нашел в лесу, съешь, мало ли поможет. О, реально, вдруг. И рядом у нас есть бальзам звездочка? Конечно, четвертый ящик снизу, слева от мумиё. Тогда лучше мумиё, спасибо. Правильный выбор. О, дамочка, что такое, Бритушка? У меня копье сломалось. О, нет. Но этих копий у нас хоть жопой жри, иди вот там возьми. А это я забираю починить, если еще раз сломаешь, какую-нибудь дырку тебе засуну, поняла? Хорошо. Адам, я кака хочу, где твое ведро? Да, Роун так сходил с утра, что выкинуть пришлось, сделай новое. Я понял, хорошо, тогда потерплю. О, нет, Роун отхватил пиздюлинку. А нас пожиратель укусил. О, нет, большой злой, а нас пожиратель. Ну не переживай, если что, отрежем. Но пока... Смотри, тебе пластырь с чебурашкой или с Микки Маусом? С чебуреком давай. Это правильный выбор. Хотя фильм говно. Адам, не могу терпеть, как все-таки делать ведро? Ты бери железо и скручивай из него ведро. Хорошо, сам хрен бы догадался. Адама, что? Адама. Да, Бритушка, что такое? Что за хрен? Это залет. Откуда взялись такие нубы? Жака. Ребята, поиграем в игру, кто первый забежит в домик. Не-не-не, может нам лучше. А кто первый спрячется, получит печеньку. Что? Ой. Йо, хочу печеньку. Печенька. Бегите, нубы. Нет, это я первый. Бегите. Явиться сюда главная ошибка твоей жизни, ёбок крашеный. Роун, что ты делаешь? Извини, я думал, это Брит. Ну все, народ, вы можете выходить. Итак... Кто хочет печеньку? Да! Да! Мне!